Всем привет! Сегодня мы снова получили монеты. Сейчас будем их открывать, смотреть. Как раз купил большую партию. В основном Россия и Германия. Красивая коробка какая. Так это выглядит все. Ого. Первый раз получаю монеты в таких коробочках. Что-то новое. Надо же. Так, сейчас все приготовлю. Сейчас все откроем, потом будем снимать поближе. Ну, пожалуй, начнем. Так, первое это Советский Союз, 20 копеек, 67 года, состояние МС-67. Прям монета топ-грейдовая. В идеальном состоянии. ПЛ-66, извиняюсь. Потом Германия. 20 финингов. 1888 года. ВМС-65. Тоже красивая монетка. Еще одна Германия. Две марки. Пруссия, 1913 год. Монеты, в принципе, нередко, но грейд МС-66 говорит сам за себя. Так, что еще у нас? 5 марок. Пруссия, опять. 1914 год. Так, здесь просто теперь. Тут много монет. Что это за монеты? Еще 5 марок. Это Гамбург. Такая X-файновская. Теперь еще одна монета. Это рубль Елизаветы. ...1749 год. Такая вот монетка. Следующая монета. Полтина. Полтина 1855 года.
состояние АУ. Так, что еще у нас? 5 марок опять, Германия. Саксония в этот раз. Тоже X-Finance. Ну, посмотрим, что у нас здесь. Ковали они, конечно, очень красиво. В таких коробочках монеты очень приятно получать. Еще один рубль Елизаветы. Вот такой вот красавец. 1748 год. Так, что еще у нас здесь? В этот раз Николай. 1900 год. Такая вот монета. Посмотрим теперь следующую. Еще один Николай. Тысяча 897 год. Следующий год. Самая дорогая монета среди всех — Екатерина. Такая вот. И последняя монета. Должен быть опять рубль Николая. Да, вот он. 1901 год. Вот такой вот. Вот так вот, вот они все монеты. В слабых, в коробочках. Вот так вот. Если есть вопросы, спрашивайте, пишите в комментариях. Буду рад ответить. А так, всем спасибо за внимание и до следующего раза. Пока.